Сенцову дали звание почетного гражданина Парижа. Городской совет французской столицы единогласно проголосовал за присуждение почетного гражданина Парижа Олегу Сенцову. Городской совет Парижа единогласно поддержал предоставление звания почетного гражданина заключенному в РФ украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Об этом сообщила мэр города Анна Дальго в своем твиттер в понедельник, 24 сентября. «Я благодарю Парижский совет, который единогласно проголосовал за присуждение почетного гражданина Парижа Олегу Сенцову. Париж всегда будет на стороне защитников свободы личности, свободы выражения мнения и демократии», — Free Sentsov написала Идальго. «Сенцов не верит в освобождение, сестра». Ранее у российского посольства в Париже активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку Сенцова. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.